увидел в одном из интернет-изданий новость, что в Херсоне Владимир Сальдо представил свою команду, но подумал, это фото уже где-то выдернуто из контекста или что-нибудь такое. Заметка называется «В Херсоне доминиканец представил свою команду мечты от 9 августа 2020 года». Но это на фоне памятника Потемкину. Судя по всему, вот эти розовые, это малиновые, это казаки у нас. Это Семенчев-старший, предприятие «Гарантия», что собаками занимается, приютами. Ну, не знаю, так вот оно все это. А потом по ссылке перешел в Фейсбуке на его официальную страницу. И действительно, смотрите, вот оно. Фейсбук открыть. Команда Сальдо, официальная страница, вот они сфотографировались. И тот спрашивает, что ж у него за пиарники, что такое фото выложили. Ну, есть же определенные требования к групповым фотографиям, которые идут для общества или для общественной деятельности. Но это не фотография, это действительно он сделал заметку. Но он уже прошелся немножко по автор статьи по полноте некоторых участников и все остальное. Ну, доминиканец, это связано с тем, что он когда-то был в заложниках в Доминиканской Республике. Ну, а вы как думаете? Сальдо мы первый раз, горожане, избирали в 2002 году, потом в 2006, потом в 2010, а потом в 2012 он ушел в Верховную Раду. Владимир Сальдо, мы не видим вашей прямой агитации. Вы так уверены в своей победе? Моя работа действующего городского головы – это и есть моя предвыборная агитация. Внешние рекламоносители, которые требуют значительных капиталовложений и которые заполнены другими представителями избирательной гонки, нам не нужны. Поэтому я всем кандидатам от партии регионов дал поручение, как председатель городской организации партии регионов, средства на внешние рекламоносители не тратить, а потратить их на ремонт подъезда, входа в подъезд, лампочку новую вкрутить, покрасить лавочку, отремонтировать и так далее. Поэтому они все придерживаются этой установки и дисциплинированно. Вот поэтому нашей рекламы внешней нету. И я считаю, что и мне, и партии регионов не нужно такое большое количество внешних рекламоносителей. Нас знают с реальной деловой стороны.